Спектр ДПС, лейтенант Карим. Там-то документы есть. Идет запись. Пешеходам дорогу не уступили. Разъясняю ваши права и обязанности, статья 51. Никто не обязан взять против самого себя своего участия. Подпись фамилии Сала ваши потребуется. Вот здесь подпись и фамилия Сала. Штраф будет в размере 1500 рублей. Доброе утро. Спектр ДПС, лейтенант Карим. Идет запись. Документ на транспорт, пожалуйста, есть страховка. 27. Недавно право получили? Да. ПДДЖ как учит? Пешеходам надо преимущество давать. Ну, да? 18.01 только получил. Да, это, да. Да, не останавливали ни разу. Ну, да. Первый, наверное, кто подержал в руках, это он, инспектор, наверное, да? Да. Добрый день. Инспектор ДПС, лейтенант полиции. Да, идет запись. Что не пустил он такой? Ни один, ни второй. Документы есть у вас? Дайте, пожалуйста. Я подойду сам. Временная здесь какая-то. А что, вот смогу тут решать? А тут все сказали. Работа приехала. Работаю, живу. На одном месте фамилия ЦАУ нужна. Где? ЦАУ здесь? Фамилия ЦАУ, да. Хорошо, вот. Тихомирного, Ульяна Ленина. Вот. Там отель ЦАУ. 34.3. Три и шесть. Ладно, верю. 35. Ну, видите, у вас давно эта пленка вообще? Она же выгорает. Где-то меньше, где-то меньше. Я жду далее. Мы с вами находимся в одном из отделов продаж автосети. И в связи с этим у меня есть для вас специальное сообщение. Мы ищем персонал. Наверняка вы уже слышали об этом сообщении. Тем не менее, хочу еще раз вам напомнить. Если вы хотите работать в компании, которая является лидером рынка, там, где вас будут ценить, развивать и платить достойно, то вам необходимо обязательно обратиться к нам в отдел персонала. Ссылочку я оставлю у нас в описании влога. Приходите, друзья, здесь, кроме шуток, можно действительно себя реализовать. И причем неплохо получить личный доход. Как произошло ДТП? Тут автобус стоял, я тормозил, а у нас, ну, была лед, и этот, хотел право, чтобы в жопу не въехать другому автобусу, а там машина левый зашла. Взял, да, и его задел. Вину признаете, да? Да. А где тот твой? Там, позвать? Там автобус стоял, чтобы в автобус не заехать. Лево перестроился, а там машина. Здравствуйте. Здравствуйте. Лейтенант Карим в документе. Как дела? Все нормально у вас как? Плохо. Что такого-то? А? Ну, так. Бывает. Главное, живы, здоровы. Все нормально. Да. Права? СТС? Водитель? Все есть. Ага. СТС всегда права? Да, да. Страховка есть? Есть страховка, да. Да, не надо не ставить. Прописка есть у вас или перевод прав? Да, есть. Паспорт переводный или право переводный? Права? Право перевод тоже есть. Да либо прописку дайте просто, все. Вы не заполняли никогда? Нет. Вот, заполняйте, учитесь. Ну как? Как? Вот он поможет, он уже заполнял. Команды ручки нету. Да. У тебя есть ручка? Нет. А у вас нет, что ли? Вы как путевку заполните? Нет. У меня одна. Получили то все. О, сейчас освобожу ручку, да. В ходе оформления ДТП было выяснено то, что на автобусе
установлены подложные госрегзнаки. В отношении водителя автобуса был составлен протокол по статье 12.2 часть 4 и направлен на рассмотрение в мировой суд. За данное административное правонарушение ему грозит лишение водительского удостоверения от 6 до 12 месяцев. Пускай она до конца потерится, нахуй. А машина чья? Жена.